село Завьялово Алтайского края. Справа совхоз «Рассвет». Проезд по улице Целинной. Слева вот она уже видна, уже конец улицы Целинной. Улица названа в честь целинников Алтая, которые в 50-е годы поднимали здесь целину. Слева здесь контора совхоза «Рассвет» была. Справа моторно-тракторная станция МТС. Она основана была в 1933 году, первая в районе. Все здесь изменилось. Дома другие стали, красочней. Хотя и красочней, но вот людей не видно. И детей не видно. Такое время. Дети, наверное, по домам сидят. За телефонами, гаджетами, компьютерами. В наше время детвора на улице была. Весь день, с утра до вечера. В дождь и в снег. На этом месте слева находилась начальная школа. В 1960 году мы учились уже в этой школе, вновь построенной. Сейчас ее уже нет. А старая школа была в начале улицы справа. Много лет минуло с того времени.